Волейболісты гомельскай энергіі правялі майстар-клас у ліцэі МНС. Гэту падзею прымеркавалі да 124-й гадавіны заснавання валейбола. Да таго ж, удзельнікі трэніроўкі вучацца ў спартыўным класе па накірунку валейбол. Гэты эксперыментальны праект адзіны ў Беларусі. Вучні гэтага класа маюць усе шансы з часам трапіць у фарм-клуб энергіі. Сегодня наш приезд обусловлен тем, что команда профессионалов покажет свои навыки. И уверена, что дальнейшее сотрудничество будет только идти вперед. У программы майстер-класса совместная тренировка и размова с кумирами. Волейболисты сподяются, такие встречи станут регулярными. Хотелось бы, естественно, позаниматься с детьми, действительно продемонстрировать свое мастерство и просто пообщаться с ними, чтобы помочь.